Друзья, привет! Это канал Евтушенко Лайф. Сегодня снова выпуск про фигурное катание. Мегаспорт-арена. Вот буквально через несколько минут на этот лед выйдут лучшие фигуристы и не только России, но и чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Ледовое шоу в отеле Тутберидзе. Самые лучшие моменты я покажу в этом видео. Конечно же, ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, ведь впереди еще много интересных спортивных событий. Даш, привет, останавливаешься? А можно не поближе, на А ты, получается, второе шоу, пока у тебя без прыжков, да? Но при этом, как идет восстановление и как тебе кажется, насколько близко уже, что можно чуть-чуть прыгать? Из скачков, чтобы еще раз ничего не случилось, оно ровно наверх, все восстанавливаю потихонечку. Прыжки в том числе потихоньку начинают восстанавливаться. Ну, сейчас в каком-то облегченном режиме это проходит, да? Ну, в плане тренировок также все по времени, по количеству. Просто элементы делаю другие, которые мне сейчас нужны. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы решение приняли, у нас есть уже расписание, у нас есть планы на тренировочный сбор. Вот, поэтому мы тренируемся. После небольшого отпуска, естественно, сейчас шоу закончится. В принципе, пока что никаких изменений и отличий от обычного сезона у нас нет. Вот так. То есть, грубо говоря, планируете, если мы да. Планируем, да, мы едем на сбор, это 100%. И все будет зависеть, конечно же, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на планете или нет. А мотивация откуда в таком случае? Откуда вы ее черпаете? Потому что, ну, пик, вот он уже был, по сути. Сейчас это и есть мотивация. Мы, вся наша команда, наоборот, хотим показать, кого теряет весь мир, каких замечательных спортсменов. Самое главное, мы хотим кататься, хотим совершенствоваться, выступать, соревноваться, и чтобы были для этого условия. А работать и кататься на высшем уровне мы постараемся. Все, спасибо. Я пока сам большой букет из всех, кто выходит. Какие впечатления от выступления сегодня? Очень понравилось сейчас выступать. Больше акцент делала именно на хореографию. Старалась приучить себя перестать нервничать. Вот. Сегодня нервничала? Я поняла, что на самом деле, как бы я ни старалась говорить о том, что шоу — это всегда удовольствие, все равно очень сильно нервничаю, мне не хватает этой 6-минутной разминки, чтобы почувствовать лед. Немножко так нервничаю, но стараюсь это исправить и все-таки
прыгаю прыжки, которые я могу делать, особо не задумываясь, поэтому стараюсь больше думать о хореографии, смотреть в глаза зрителям, чтобы каждый почувствовал энергию эту. Спасибо. Спасибо. Везде абсолютно разная атмосфера, но Мегаспорт для меня особенная арена, потому что здесь 2 года назад такое, можно сказать, мое заключительное выступление было, если считать полноценно, если не считать это неудавшийся чемпионат России, наполовину скатанный. Вот. Но последнее полноценное выступление мое было здесь, откатала я его просто супер. Вот. Сейчас, прям вот честно, я ехала на этот Сахов сейчас, и у меня было ощущение, как будто бы я вот на Ростелекоме сейчас катаюсь. Я занервничала, у меня ножки подкосились, думаю, страшно. Китайская публика реально вас обожает. Вы как считаете, насколько здесь велика заслуга и вашей тренерского штаба? Чем вы покоряете? Постоянное саморазвитие, постоянно нужно стремиться как можно больше любить себя. Не в плане нарциссизма, да? А именно в плане как человека. Поэтому постоянно себя развивать, постоянно, и самое главное, заниматься своими делами, тогда и внутренний мир будет богаче, и людям будет интереснее смотреть и общаться. Блестяще, спасибо. Женя, а можно спросить, как с Вером вообще выступать? Ну, как, мешает, что всегда одна рука... переживаю, что он не откроется в какой-нибудь момент. 26-я? Всем привет, друзья, я Евгения Медведева, и 26-я можно поставить? Спасибо. Всем привет, я Александра Кусова. Иду всех Красноярск нашел. Итак, пара лоб. 22 апреля. Да. Жду всех 22 апреля нашел Красноярск. Следующий 24 Самара. 24 апреля Самара. Ну, если честно, то сезон закончится еще не скоро, поскольку будут еще выступления. Вот. Ну как? С какими? С такими, что настроен работать дальше. Идете на новый олимпийский цикл? Ну там как Бог даст. Буду кататься, а там посмотрим. То есть просто, ну, у многих такая ситуация, да, что ребята говорят, что решение будет зависеть от того, каким будет следующий сезон, грубо говоря, в плане международных соревнований или внутренних. То есть у вас такого вопроса не стоит, получается, да? В любом случае хочется кататься. В любом случае хочется кататься, да. А там уж действительно, как ситуация будет развиваться, естественно, мы будем следить за всем этим. Готовиться, там какие-то коррективы носить. Эмоции. Здорово, что так много людей пришло. Чувствуется атмосфера. Большое спасибо всем. А тенденция прикрашивать свои ядреные цвета откуда взялась? Да у меня давно было еще перед джином идея маски, но все никак мы ее не могли реализовать, но у нас маска уже была. Второй раз я вообще не хотел краситься, но получилось так. У меня вообще багаж не прилетел из чемпионата мира. 2 недели уже прошло, я без багажа. А там все костюмы, коньки, я вот на старт. Поэтому собаку коню взяли. Да, взяли. Ищу чемодан свой. Камила, какие эмоции от проката? Впереди еще 6 туров. На ваш взгляд, просто на ваш взгляд, чутье, интуиция, додержит ли «Зенит» первое место? Додержит. Выступать первый нормально, да? Нет, это вообще не важно, как ты готовишь. На город распрыгался, даже чуть-чуть и поехал. Ну, то есть по сравнению с соревнованиями волнение меньше, да?
А какие планы дальше? Во всех ли городах тебя видим, знаешь ли? Ну, я пока еще не знаю. Буду тренировать или... Какие вообще планы на лето, сейчас в межсезонье? Что планируешь? Может, отдыхать, там куда-то поедешь? Ну, отдыхать, да, скорее всего. Поедем куда-нибудь, еще пока не знаю, куда. Решаем. Останавливаться и новый сезон. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь вообще свой юниорский период? Вот лучше выходить, за весь юниорский период, ты взрослый выходишь уже в следующем сезоне? Не знаю. Вот если, предположим, выходишь, как ты оцениваешь этот юниорский период? Первая половина была хорошая, вторая половина была похуже. А почему похуже? Что-то не получалось, точнее, много чего не получалось. Ну вот, как-то так. Ну, уже хочешь по-взрослому выступать? Вот я хочу, с другой стороны, как-то взрослый меня сложно представить. Ты на России выступил совершенно замечательно. Да, ну это один старт, и там юниоров было побольше, а так маленькое вычинище просто в плане. Так хочется, да, выходить. Спасибо, Oh, my God.